В совместный рейд по розыску неплательщиков штрафов отправились судебные приставы и инспекторы дорожно-патрульной службы. На сегодняшний день на исполнении судебных приставов находится более 1500 исполнительных производств по неоплаченным штрафам ГИБДД. Сумма задолженности превысила 1,5 миллиона рублей. В ходе рейда водителей проверяли по базам данных. Тем, кто значился в списках неплательщиков, выдавали повестки о необходимости погашения долгов. Между тем, чтобы не попадать в списки должников, любой автолюбитель может самостоятельно отследить наличие неоплаченных штрафов. Достаточно зайти на официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов или Госавтоинспекции. Судебные приставы напоминают, что долги лучше оплачивать сразу, не доводя дело до принудительного взыскания. Когда приходят документы, происходит возбуждение исполнительного производства, и на суммы на производство менее 3000 рублей мы можем делается автоматические запросы по банкам, и денежные средства могут нами списываться, нам на это дает право законодатель.